Вера на долгие годы осталась где-то в глубине моей души, что на одной из стамбульских улиц есть дом, похожий на наш. И в этом доме живет другой архан, во всем похожий на меня, как близнец, как двойник. Откуда у меня взялась эта мысль, я не помню. Скорее всего, она появилась не сразу, а стала результатом сплетения в детском сознании неверных догадок, случайных совпадений, заблуждений и страхов. Я хотел вернуться домой, к своей семье, чтобы никогда больше оттуда не уезжать. Завораживающее видение другого архана, живущего где-то в Стамбуле в другом доме, меня не покинуло. Одно из удовольствий от писательства заключается в том, что можно приукрашивать и менять то, что пережито на самом деле, а то, что придумано описывать, будто все случилось в реальности. Для меня писательство является попыткой показать пережитые мною события, доведя их возможное развитие до их совершенства, но описать их так, чтобы они воспринимались не как события только лишь моей жизни, а как события, которые найдут отклик в жизни каждого человека. В конце концов, каждый роман — это море подробностей. Что реально, что нет, никому не интересно. Выдумка похожа на реальность, а реальность всегда можно изменить и сделать похожей на выдумку. Для меня очень важно сохранить в книге душу города. Обращал внимание на такие вещи, которые может заметить только настоящий бездельник и бродяга, околачивающийся на улице без всякой конкретной цели. Мой отец был бы очень счастлив, узнав, что его сын получил Нобелевскую премию. Он бы ходил и говорил каждому встречному: «Я его отец». Он радовался моим успехам и воспринимал их как свои. «Почему ты не говоришь обо мне чаще?» – спросил бы он после присуждения мне Нобелевской премии. И я начал говорить о нем чаще после премии. За 2 года до смерти отец дал мне маленький чемодан, заполненный его записками, заметками, рукописями, тетрадями. Я никак не мог дотронуться до отцовского чемодана и открыть его. У отца в годы молодости была большая библиотека. В конце 40-х он хотел стать поэтом, переводил на турецкий Валерий, но потом передумал. Не захотел становиться поэтом в бедной стране, где так мало читающих людей.
Каждый представляет себе свой город. Не существует идеального города. К тому же, как говорил Ахмед Хамди Тампинар, города меняются раз в столетие. Мой Стамбул, как я писал в книге «Стамбул», черно-белый, грустный, бедный город, живущий на пороге Европы, на развалинах Османской империи, город старых полуразрушенных зданий, сгоревших османских особняков, разбитых и пересохших общественных источников. Стамбул был таким городом. А сейчас, когда со времен моего детства прошло 50 лет, Стамбул по-настоящему разбогател. Некоторые его районы стали европейскими. Город стал богатым, благоденствующим, довольным собой. Когда молодежь читает мою книгу «Стамбул», то говорит: «Наш Стамбул не таков, он красочный, сладкий, как мороженое, счастливый город». Ну и в наши дни жив еще бедный Стамбул, Стамбул бедных переулков. Я хочу, чтобы мои книги повествовали именно об этом городе. Я не являюсь экскурсоводом по Стамбулу, я экскурсовод, который показывает сердца жителей Стамбула. Встречающиеся на каждой боковой улочке, на каждом углу арки маленьких акведуков, источники и небольшие мечети, они вселяют в сердца живущих рядом с ними миллионов людей тоску об ушедшем имперском величии. Так и поступают погрузившиеся в бедность и невежество стамбульцы. Потеряв всякое представление о значении слова «история», жители города растаскивают камни из городских стен. Это отступление перед трудностями жизни, оправдываемое суфийским уважением к печали, подается как сознательный выбор, которым можно гордиться. Выбор, следствием которого и стали неудачи, нерешительность и бедность. Езжайте в переулки Скутери, тогда вы сможете увидеть немного Стамбула моего детства. Потом, конечно же, езжайте на острова, на Баюкада или Хёбели. Там вы увидите все эти деревянные особняки. Конечно, на островах они содержатся в хорошем состоянии. Острова демонстрируют определенную степень богатства и благополучия. Но в Стамбуле моего детства почти 95% деревянных особняков было сожжено. Страна богатела, и старинные особняки сносили. Я, конечно же, не сокрушаюсь из-за этого, хотя они мне нравились. Я смотрел на них и жил в них. Но таков ход истории. Жестокость истории заключается в том, что города меняются. В 1951 году наше семейство переселилось в современный жилой дом, на четвертом этаже которого моя семья живет и по сей день. К входной двери, как было принято в те времена, была прикреплена табличка, гордо извещавшая: «Дом семейства Памук». Как я писал в Стамбуле, моя бывшая жена была из семьи так называемых белых эмигрантов. Ее дедушка был губернатором Крыма, и я встречался с ее матерью, которая бегло говорила по-русски. Мы вместе встречались с Дмитрием Набоковым, который подтвердил, что моя жена хорошо говорит по-русски, и я хорошо знаком со многими деталями русской культуры. И когда моя жена, турецкое имя которой Айлин, не могла проснуться утром, я говорил ей: «Вставай, Алёнушка, вставай! Вставай, Алёнушка, вставай!» Семья в моем представлении была группой людей, пытающихся выглядеть счастливыми. Они хотят верить, что любимы, хотят чувствовать себя спокойно и уютно, и ради этого готовы на какое-то время заставить своих злых духов замолчать, притворяясь счастливым просто потому, что больше ничего не остается. Можно поверить,
что ты и в самом деле счастлив. Я бы мог жить в провинции, потому что 50 лет жил в ней. Раньше Стамбул был провинцией, и я писал об этом ощущении. То ощущение, о котором я писал в книге «Стамбул», очень похоже на ощущение провинции в бедном городе Карси, описанном у меня в политическом романе «Снег», действие которого происходит на северо-востоке Анатолии. Когда я был маленьким, все шутили: «Мы очень бедны, посмотрите, как богаты европейцы, когда-нибудь весь мир объединится, и все, что останется, останется нам, туркам». Нищета, бедность, сознание невозможности разбогатеть, вместе с ощущением того, что живешь в провинции, в моем детстве воспринималось как неизбежная судьба. Сейчас все это изменилось, почти стало историей. Но так как я все это пережил, я до сих пор это замечаю, до сих пор это сознаю. Печаль этой погибшей культуры и канувшей в небытие империи чувствовалась везде. Стремление к европеизации, представляется мне, происходило в большей степени не от желания идти в ногу со временем, а от желания поскорее избавиться от оставшихся со времен империи вещей, навевающих грусть и пропитанных горькой памятью. Так, после внезапной смерти любимой, спешат выбросить ее платье, подарки, вещи и фотографии, чтобы спастись от невыносимых воспоминаний. Построить на месте развалин что-то новое, сильное и могучее, некий модернизированный мир, по западному образцу или нет, не получалось. Так что все эти усилия помогали главным образом забыть прошлое. Результатом этого стало разрушение особняков, упрощение скудения культурной жизни, превращение домов в музеи неусвоенной, чужой культуры. Осознание того, насколько все это странно и печально, стало медленно проникать в мою душу позже. А в детстве я ощущал это как скуку и грусть. Чувство печали, проникшее в город и никак его не покидающее, давало о себе знать, например, когда я слушал музыку в турецком стиле. Тогда я чувствовал, что если не хочу погрузиться в болото смертельной скуки, мне пора уходить в мир воображения. До рождения моей дочери я обычно работал до 4 часов утра. И потом я шел из моей рабочей квартиры домой. Это было так здорово, идти по ночным улицам, когда весь город темный, бедный в те времена, очень бедный, а за мной шли стаи бродячих собак. Я бы сказал, что это была довольно поэтичная картина. Я трудолюбивый, я обычно работаю очень долго. Я люблю писать. Когда меня спрашивают о каникулах, я недоумеваю. Какие каникулы? Для меня каникулы – это когда можно больше поработать. Я счастливый человек, у которого такая работа, что он может заниматься ею всю свою жизнь. И поэтому, когда я пишу, я всегда чувствую себя так, как будто бы я, ребенок, играю в игрушки. В детстве, сидя за праздничным столом в бабушкиной квартире среди развеселившихся от ликеров и пива родственников, в юности, дождливыми зимними днями разъезжая по городу вместе с богатенькими дружками из Роберт-колледжа, я испытывал то же самое чувство, что испытываю сейчас, проходя по залитым весенним солнцем улицам. «Ты никчемный человек», — говорил я себе, — «ты везде чужак, ты одна сплошная ошибка». И меня начинало одолевать безотчетное, животное стремление убежать, спрятаться от этих людей, а значит, остаться в одиночестве. Для меня воспоминания о детстве, особенно о летних каникулах, являются золотыми не потому, что дни были солнечными и я плавал, а потому, что я забывал о времени. Я обычно спрашивал, какой сегодня день, среда, четверг. Для меня это и есть счастье.
Мой отец потратил все деньги, и у меня не было денег. И он привил мне привычку получать удовольствие от книг, в то время как сам был дилетантом. Он не особенно стремился стать профессиональным поэтом. Он был недисциплинированным человеком. Вот мое наследство от отца. Деньги потрачены, но я хочу писать книги. В этом кроется большое противоречие, понимаете? Так что мою жизнь нельзя было назвать простой. И пытаться писать, и пытаться заработать деньги. А еще были социальные проблемы. Пытаться быть писателем в стране, где литературой никто не интересовался. Сейчас, конечно, популярность турецких книг постоянно растет. С необычайной легкостью я становился хорошим, общаясь с хорошим человеком, дурным, общаясь с дурным, и чудаком, общаясь с чудаком. Однако, думается мне, именно благодаря этой особенности мне удалось не превратиться после 20 в презрительно-насмешливого циника, как это случилось с некоторыми моими знакомыми. Все писатели сталкиваются с проблемой критики со стороны родственников, когда родственникам не нравится, что их изображают. Особенно это касается моего брата, который в детстве часто бил меня. Очень расстроился, когда я однажды написал «Он бил меня», что было чистой правдой. Так говорить, конечно, не политкорректно. Он был расстроен, говорил «Не пиши больше о побоях» или «Я буду бить тебя еще». Я шучу, конечно. Это все естественно. У него были кулаки, у меня печатная машинка, ручка и бумага. Внезапно откуда-то из глубин моего «я» возникал некий таинственный глаз, удалялся на некоторое расстояние и, зависнув в воздухе, принимался с холодным вниманием кинокамеры наблюдать за всем, что я делаю. Я чувствовал себя одновременно и актером, и режиссером какого-то глупого фильма. Продолжал жить своей жизнью и в то же время с презрительной усмешкой смотрел на эту жизнь со стороны. В такие моменты я был в состоянии продолжать вести себя нормально лишь несколько секунд. Потом меня захлестывали волны стыда и страха. Все вокруг меня становилось чужим. Я боялся остаться чужаком навсегда. Душа сжималась, словно мятый листок бумаги, сворачивалась в кокон, и меня начинало буквально трясти. Я верю во вдохновение, в некоторые темные силы, в демонов в мире или в демонов во мне. В конце концов, моя религия – это литература. В этом смысле я глубоко религиозный человек. Я следую предписаниям своей религии, записывая слова. Я верю в литературу, как некоторые люди верят в религию, в добро мира, в то, что я делаю, имеет значение, в то, что литература тоже служит человечеству. Я веду себя как верующий человек. Ведь верующий человек всегда оптимист, потому что в конце концов не может быть ничего плохого. Даже если все плохо, у меня есть книга, которую я пишу, и это служит утешением. Растрепанные книги, визитные карточки, старинные открытки, драгоценные для меня сведения – все это было доказательством реальности моих бесцельных блужданий. Эти предметы и знания овеществляли мои грезы о городе, давали мне понять, что Стамбул – невоображаемый второй мир, вроде того, что дарил мне счастье в детстве, а реальность, имеющая нечто общее с мечтой. В пристани стоял маленький пароходик, готовый вот-вот отправиться в путь. Оказавшись среди усталых пассажиров, одетых в незрачное пальто и тюбетейки, и пассажирок в платках, почувствовал себя так, словно давным-давно знаком с ними. Словно мы каждый день вместе садимся на этот самый пароход. Когда мы неслышно отчалили от пристани,
Чувство сопричастности этим людям, чувство принадлежности городу стало таким сильным, что я почувствовал вот еще что. Там наверху, на мосту, висела реклама банковских услуг. Двигались усы троллейбусов. На главных городских магистралях стоял март 1972 года. Но здесь внизу было совсем другое, древнее, необъятное, медленно текущее время. Я очень доволен своей квартирой. Чувствую себя так, будто контролирую все движение транспорта в Стамбуле. Обожаю смотреть на босфорские пароходы, постоянно рисую их у себя в тетрадях. У меня в рукописях много разных рисунков кораблей. Отец различал пароходы по силуэту, по полосе на трубе и по другим похожим деталям. Я писал об этом в Стамбуле. Стамбульчане любят свои пароходы, так же, как жители Венеции любят свои вапоретто. Я начал считать корабли все достойные внимания. Так я пытался победить свое беспокойство, установить контроль над мировым равновесием и обеспечить собственное благополучие. Правы были школьные учителя, неустанно твердившие нам с первого класса до последнего, что наш прекрасный Босфор – ключ к господству над миром, важнейший геополитический пункт, которым стремятся овладеть все нации планеты – и в первую очередь русские. Именно Босфор формирует Стамбул и его географию, и его топографию. Ветер Босфора, чистота воздуха. Если вам не хочется видеть следы неудачного заселения, некрасивые картины быта, вы пойдете на берег Босфора. К тому же то, что многие авторы называют особой цивилизацией, особой атмосферой Стамбула, составляется на Босфоре из прибрежных вилл, пароходов, маленьких рыбачьих кофеен, маленьких пристаней. Это особая ткань Стамбула. Я очень все это люблю. Особенно все эти детали. Лодочки, лодочные станции. Всегда, когда мне грустно, я иду на Босфор. Босфор — это место, которое делает меня счастливым. Раньше главной угрозой для Запада был коммунизм, а после 11 сентября главной угрозой для Запада стал ислам. И поэтому стремящаяся в Европейский Союз Турция, где ислам либерален, где пусть хоть немного, но есть демократия, стала весьма интересна Западу. И внимание всего мира обратилось к Турции. Внимание к моим книгам отчасти вызвано этим. Прежде всего, конечно, я говорю о романе «Снег». Люди, которые живут вне Запада, которые не принадлежат к западной цивилизации, а это 80% человечества, испытывают гнев, чувство обиды и восхищение западной цивилизацией. Вот это и является темой моего романа. «Снег» не о природе терроризма, скорее о противоречиях, сокрытых в одном человеке, как это происходит у моего героя К, который и хочет быть частью Турции, быть частью общины, которая весьма традиционно религиозна, и в то же время у него есть скрытые светские мысли, он не слишком верит в Бога. Его ценности более европейские, и он хочет жить этими европейскими ценностями, но хочет также присоединиться к общине.
В этом кроется противоречие. Отчасти это напоминает меня самого. Я хочу быть частью Турции, но я не хочу также отказываться от моих идей о светском государстве, правах женщин, свободе слова, общечеловеческих правах, о защитах нацменьшинств. Я хочу продолжать жить с этими ценностями и в то же время хочу принадлежать Турции. Я не хочу быть американцем или жить в Америке, хотя некоторое время назад заставил себя вернуться и даже почти заставлял себя замолчать, чтобы суметь вернуться, хотя мог открыть рот и без конца критиковать Турцию, живя в Америке. Но я этого не хотел. Сейчас я могу говорить. Так что ситуация постоянно меняется, всегда нужно балансировать. Я всегда хотел вернуться в Турцию, хотя всегда имели место попытки убить меня по политическим причинам. Я вынужден был скрываться. Им удалось убить уже многих, но я вернулся. Я счастлив, что я вернулся. Однако возвращение требует контроля над выражением мыслей и стремлением к свободе слова. В любом случае, я люблю жить в Стамбуле. Стамбул моего детства черно-белый, как старые фотографии, погруженный в полутьму, свинцово-серый город. Таким он был для меня, таким и остался в моей памяти. Улицы, проспекты, отдаленные районы казались мне полными опасностей, как в черно-белых фильмах про гангстеров. Музей невинности – это попытка умершего художника во мне воскреснуть, создать что-то более зрительное. Я люблю европейские музеи. Я решил создать собственный музей в квартале, по которому я часто ходил, так как каждый день отводил дочку в школу. И я купил дом с намерением сделать в этом доме музей. То есть сначала купил дом, чтобы начать в нем свой рассказ, а затем превратить дом в музей. Более-менее идея появилась именно так. Я собирался сохранить дом в изначальном виде, а все предметы в доме будут экспонатами музея, а мой роман будет аннотированным каталогом к этому музею. Мы в Музее невинности. У меня ушло почти 12 лет на замысел создания и развития этого музея. Прежде всего, я купил здание с мыслью о том, что я помещу придуманную историю в реальное здание. А затем я выставлю вещи из выдуманной истории, вещи семьи своей возлюбленной Фюсу, и вещи ее семьи, семьи Кискинов. И, конечно, вещи рассказчика истории Кемаля. Они мои Ромео и Джульетта. Вокруг нас предметы, которые Кемаль воровал из дома Кискинов, а потом купил весь дом с вещами, как это описано в романе. Когда я стал вникать в создание музея, художник во мне проснулся, и мы провели много времени или потеряли много времени, когда вместо написания романов приходилось заниматься всеми этими вещами. Конечно же, мне много помогали архитекторы, дизайнеры, художники. Я работал с ними. Кроме того, это старый дом, построенный в 1894 году, и чтобы превратить этот дом в музей, потребовалось много времени и также много денег. Yeah.
Было много грустных моментов, потому что иногда казалось, будто строишь свой собственный дом. Водопроводчик никогда не приходил, маляр красил стену не в тот цвет. Ты на всех кричишь, это разочаровывает. Я всегда думал, что схожу с ума и должен вернуться к своим романам. Все, когда слышали про музей, недоумевали. Зачем тебе музей? Ты же писатель. Вот, например, моя мать или другие люди говорили мне, когда я был молодым, не вздумай писать книги, ты не можешь писать. Но я не слушал никого. Я делал и делал. 10 лет ушло на то, чтобы собрать эти предметы. Сначала я покупал предмет, а потом описывал его в романе. Я мечтал открыть музей одновременно с выходом романа. Но сейчас, 4 года спустя после выхода романа, мы открываем, наконец, музей. Логика музея такова. Он имеет 83 раздела, как роман «Музей невинности» имеет 83 главы. Я не просто покупал вещи, я скорее собирал их на блошиных рынках. Ведь невозможно купить на блошином рынке старую зубную щетку. Никто не хранит зубные щетки, и так как у нас не существует традиции коллекционирования, большая часть этих вещей получена просто от друзей или родственников. У меня за спиной витрина с отломанной кукольной рукой. В ней представлена та глава романа, в которой Кемаль узнает, что Фюсун больше не живет в Нишанташе, что она исчезла. Он идет в их бывший дом и находит предметы, которые вы видите в этой витрине. Отломанную кукольную руку, кусочки мрамора, цепочку от сливного бачка. На память он отрывает кусок обоев. Дом стоит печальный и пустой. В музее я попытался воссоздать это настроение. Этот фильм, например, является рекламой лимонада «Мельтем», первого турецкого лимонада. Он является выдуманным, конечно, но очень похож на настоящий. Этот клип сделали для меня ведущие турецкие рекламщики, бесплатно, просто по дружбе. Они сняли его просто удовольствия ради. Это фильм, который снял мой дядя. У него была 8-миллиметровая камера. Он купил ее в Америке в 1946 году. Это семейные сцены из сцены Стамбула. Там можно видеть меня или моего героя Кемаля. А эти фильмы – подборка турецких фильмов 60-х, 70-х и даже конца 50-х годов. На них показан город во время действия романа. Так что у нас тут много фильмов. В романе есть глава, это глава 68, в которой страстно влюбленный Кемаль принимается коллекционировать окурки сигарет, которые курила его возлюбленная Фюсун. Так что здесь мы представляем его коллекцию старых сигарет с аккуратностью коллекционера бабочек.
И потом он просит меня по сюжету написать его наблюдение над каждым окурком, которое я и написал летом 2011 года, то есть прошлым летом. И создал вот эту картину, инсталляцию, которая нам очень даже нравится. А вот здесь у нас фильм, который я снял, чтобы показать, как Фисун курила сигареты. Мы пересмотрели множество кандидаток и нашли женщину с красивыми руками. В конце концов, победили эти руки. Она сымитировала, как Фисун курила сигареты за столом, когда Кемаль приходил к ним в гости в течение 7 лет, между 1974 и 80-м годами. Да, это мой первый фильм в качестве режиссера, но я не воспринимаю его всерьез. Я потратил всю Нобелевскую премию на создание музея, и я не жалею. Финансово мне никто не помогал. Могу сказать, что это был очень смелый документальный художественный эксперимент. В конце концов, я спонсировал свое собственное искусство, а я хотел быть художником до 22 лет. Знаете, получается такая смешная история про непризнанного художника, который принимается за литературу, зарабатывает много денег и возвращается к своей детской мечте. Пройдясь немного по Истиклялю, я сверну в переулок и отправлюсь в Чукурджуму, Галату или Джихангир гулять по мокрым тротуарам, в которых будет отражаться свет фонарей и мерцание телевизионных экранов. И там, остановившись, чтобы посмотреть на лавку старьевщика или красующийся в витрине самой обычной бакалейной лавки холодильник или на знакомый мне с детства манекен в витрине аптеки, я вдруг пойму, как же я на самом деле счастлив. Теперь я понял, что эти темные, грязные, зловещие, любимые мои улицы давно уже заменили мне утраченный второй мир. Я знал, что сегодня не буду ссориться с мамой, потому что сейчас открою дверь и уйду. И город утешит меня, а после, вернувшись домой, я сяду за стол и попытаюсь облечь в слова магическую атмосферу его улиц. Город сейчас так изменился, а я в последние 5 лет в некоторой степени из-за политических проблем, и так как преподаю в Нью-Йорке, часто уезжаю из города, и поэтому уже не могу следить за тем, какие перемены здесь происходят. Но были времена, когда я знал историю каждой лавочки некоторых больших проспектов Стамбула. Например, в 50-х здесь был сапожник, потом цветочный магазин, потом мороженница, потом банк, потом опять сапожник. Я любил такие игры, мы с братом даже соревновались. И мне нравится до такой степени знать этот город. Если вы так знаете этот город, то вам не нужен никакой другой. Стамбула мне хватит на всю жизнь. На 5-6 жизней. Thank you.